ses ağlama acı vermeyin. Dikkat. Спасибо. Шесть утра. Блин, уже светает. Но все равно солнце еще не взойдет. Мы пойдем в очень красивый монастырь. Города Киргети, мужской монастырь на горе, знаменитый, который на всех грузинских фотографиях на фоне такой тоже горы. Тут охота на велик. Ага. От того, что я согреваю, начинают течь сопли. И слезятся глаза. И становится все как-то не очень. Почему? Потому что я болею. Правильно. Смотрите, это свинья в туфлях. Одуванчики хаваешь? Ешь, ешь, не буду тебя отвлекать. Или на возвышенности боевая башня. И я представляю, как в средневековье в эту гору бежали облаченные в латы солдаты, и в них оттуда с башни летели стрелы. В общем, я буду фантазировать, люблю это дело и путешествовать по времени в своей голове. Оу, сука. На самом деле тут не так тяжело, как я дышу. Просто у нас задача прибежать туда в определенное время, когда гора Казбек подсвечена восходящим утренним солнцем, а церковь еще не подсвечена, и она стоит темная, как силуэт, на фоне светящейся горы. И мы сейчас бежим и видим, как линия света приближается к церкви. Это такая дуэль, гонка. Кто быстрее? Солнце поднимется вверх, или мы?
пойму, как туда пройти. Я не пойму, как туда попасть. А вон видна башня, мимо которой мы только что шли. И она сейчас кажется так низко. Солнце красивое. Потряси. Это я построила этот храм. Я его и разрушу. Да не. Таня уселась на дорогу и хочет, чтобы нас подвезли. А я не хочу, потому что тут всего 2 километра. Очень красиво. Но Таня привыкла, что ее подвозят.
Нас вообще подвозят уже 2 дня. Ты настолько затянут в дела, что ты даже на отдыхе не можешь мысленно от них оторваться. Здесь очень кайфовая дорога, прям чистый серпантин. И вот за то время, что мы идем, никого, ни человека, ни машины, только сосны вокруг. Город где-то внизу. Офигенно кайфово. Какое-то сочетание Крыма, очень мне напоминает Крым. Естественно, Грузии, хотя я просто не знаю еще Грузию, поэтому сравниваю с тем, что знаю. Крыма, Греции. Таня, красиво? Да. Я только что поговорил с местной жительницей, вот именно этих домов. Я уже не стал ее снимать из-за тактичности. Она мне сказала, что ее дом, вон тот белый, и вот эти постройки, и они в них живут до сих пор с семьей. Этим домам 300 лет, представляете? Что было 300 лет назад? 1723 год. Петербург появился. Представляете? Эти дома появились одновременно с Петербургом. Пока мы гуляли, она наелась и уснула. До завтрака мы уже ходили в горы, 4 часа ходили, 600 метров высоты набрали, даже сходили в храм.